мой лучший друг. Я знаю, ты рискнешь своей шкурой ради меня, а я ради тебя. Чем ты там занимаешься? Смотрю на фотку своей девушки. А я свою разглядываю. Показать? На счет три. Раз, два, три! Это же... Лорен? Лорен Скотт? Мне не по себе от того, что я встречаюсь с обоими сразу. Феминистки боролись за права женщин, а ты здесь дамские истерики устраиваешь? Я попаду в ад. Ерунда, это расслабься! Знаешь что? Она твоя. С моей внешностью нечестно вам мешать. Как, по-твоему, это понимать? Давай просто установим правила игры. Хорошая идея. Не будем ей говорить, что мы знакомы. И не станем друг другу мешать. Оставим выбор за ней. И да победит сильнейший. Это настоящая операция. Следить круглосуточно. Ваш объект – агент Хэнсон. Не подведите родину, парни. Все было идеально. Запускай дождь. Я на минутку. Шутишь? Ты кого-нибудь убивал голыми руками? На этой неделе нет. Так, это мой друг. У тебя получится. Они просто пожмут руки. Я сейчас в обморок упаду. Я бы переспала с обоими парнями, чтобы сравнить товар и решить, которая из них лучше. Почему она слушает эту старуху? Без понятия. Кажется, спусковой механизм заело. Дай сюда.